Поздравления с 80-летием принимает народный писатель Чуваши Юхмамиши. Его произведения известны не только в Чувашии, но и за рубежом. Всю жизнь он изучал прошлое своего народа, написал десятки исторических романов, пьес и очерков и продолжает творить по сей день. Юхмамиши начал писать, как только поступил в школу и освоил грамоту. Его первые стихотворения были об отце, погибшем на войне. Произведения юного автора публиковались в районных газетах. Будучи студентом, писатель уже издал роман «Дорога на Москву», который принес ему известность. Творчество Юхмамиши не ограничивалось стихами и прозой. Из-под его пера вышли знаменитые пьесы, песни, сказки, рассказы для детей. Но на достигнутом писатель останавливаться не собирается. Планы большие. Сейчас я в свое время запланировал по следам своих исторических исследований написать 12 исторических романов о самых поворотных моментах истории нашего народа. 10 романов написано, издано отдельной книгой. 11 роман сейчас заканчиваю. А потом, когда закончу 12 роман, буду писать еще один большой роман, фантастический роман это будет. Называется «Ночь поцелуя земли и неба». Древние чуваши говорили, что в эту ночь началась на земле жизнь. Известен Юхмамиши как историк, придерживающийся теории булгаризма. За его плечами немало исследовательских работ. Геннадий Волков, один из крупнейших ученых, отметил, что Юхмамиши – лучший знаток чувашской мифологии и фольклора. Работы народного писателя популярны среди булгаристов всей России. Вся литература, которая в Новгород поступает на русском языке, о чувашской истории, это все произведения Михаила Николаевича Юхмы. Его труды все знают. Юбилей писатель объединил как литераторов, так и историков, музыкантов и культурно-общественных деятелей. Поздравлением присоединился и министр информационной политики Чувашии. Михаил Николаевич, у вас еще много дел. Поэтому вам, вашей семье, супруге, здоровья, не болейте и долгих и активной жизни. Екатерина Куприна, Анастасия Лангина, Расиль Мухаметов, Республика.